Здравствуйте, мои хорошие! И снова с вами магазин Люча Тру «Серебряные украшения». Для того, чтобы посмотреть наши цены, зайдите, пожалуйста, к нам на сайт или отправьте нам скрин страницы, и мы вам через WhatsApp напишем цены, размеры и наличие. Сегодня у нас красота, опять же, от завода Вега. Очень мы любим этот завод, шикарные украшения. И сегодня у нас, видите, все комплекты очень радужные, очень яркие, искрящиеся. Все говорят нам о празднике. Знаю, что тяжелая сейчас ситуация с болезнями, с осенью совсем, но когда мы смотрим на прекрасное, поднимается наше настроение, а вы знаете, на эмоциональном подъеме мы можем пережить все. И поэтому мы сегодня будем заряжаться энергией для того, чтобы пережить тяжелые моменты. И у кого они есть, я искренне желаю вам здоровья, выздоровления, и вы должны быть энергично сильными, чтобы себя вытянуть. Начнем мы с вот этой модели. Комплект называется Рококо, артикул на сайте 3102. Это у нас сегодня синтетика, то есть выращенные кварцы. 19 размер. Рококо — это эпоха роскоши, богатства, женской привлекательности, бантики, свежие яркие цвета, рюшечки, такая вот нежность, праздник и такая вот детская радость, скажем так, вот так назову ее, да, ну и комплект про это же, да, то, что в каждой женщине ей хочется, чтобы ее тешили, лелеяли, радовали, и вот про это мы сегодня с вами поговорим. 19 размер, вот такой солнечный камень, специально первый взяла, чтобы, опаньки, хозяйки своей убежал, чтобы вы зарядились от него солнышком, тепло, согрелись от него и начали решать все свои проблемные дела. С тыльной стороны у нас камешек, видите, тоже огранен. И вот здесь есть полость. За счет этого 19 я примерю на 19,5. Знаете, нет, туго. Ой, очень даже туго. На 19 надо брать, на 18,5 мне прям совсем подвижен, да. У сережек у нас обыкновенная английская петелька, она садится, как правило, на любой прокол. И мы сегодня с вами смотрим вот такую красоту. Вес у сережек 21,96. Еще раз говорю, что это выращенный кварц, то есть он синтетический, дело рук человеческих. Прекрасно эти кварцы носятся, идеально, то есть они не темнеют, не светлеют, можно из них плавать, потом почистили, и все как бы сразу хорошо. И комплект по сережкам вес 21,96, а у колечка вес 13,38. Цвет у нас с вами цитрин, вот такой солнечный, теплый, согревающий. Мы поближе посмотрим все цвета, чтобы легче вам было определиться с выбором. Второй мы смотрим цвет аквамарин, и у нас получается 17,5 размерчик. 17,5, у меня этот пальчик 17,5, сел мне прям четко на 17,5. Смотрите, какая красота. И по одежде, наверное, каким эти комплекты, какой эти комплекты нужно выбирать, да? С учетом того, что само украшение у нас очень активное, очень такое разноплановое, когда много, видите, у нас и художественных элементов из серебра, то есть цветочки, орнаменты, плюс цветные вставки фианитов. Естественно, платье или костюм, который вы к нему наденете, должен быть более спокойный, ровный, с минимумом элементов и желательно однотонный, да? Иначе у вас будет перебор. 18 размер колечка, цвет Лондон Топаз. Буду мерить на 18,5. Вот на 18,5, знаете, хорошо мне сел, видите, не двигается, но и туго руку не перетягивает. Поэтому берем однотонное платье, прекрасно будут вечерние какие-то платья смотреться, да, и добавляем к нему вот такой вот хороший, прям такой явный вечерний акцент. Далее смотрим. Это был цвет Лондон Топаз. Дальше мы с вами смотрим очень приятный цвет. Всегда меня он очаровывает. Мне кажется, прям такой универсальный. Да, и блондинкам, и брюнеткам шикарно. На фоне него лицо становится свежим, таким искрящимся. 18 размер колечка. Это называется цвет Марганит. Тоже буду мерить на 18,5. Посмотрите, какая прелесть. Волшебный. И смотрим с вами сережки. Немножко сегодня мы попробовали поменять ракурс. Не знаю, насколько это будет удобнее или нет смотреть. Смотрите, какая прелесть, такая нежность. Прямо абрикосики такие мне напоминает. Еще тоже очень приятный цвет, базовый, такой розовый. Тоже очень хорошо освежает лицо. Лунный камень розовый, синтетический. Тоже 18 размер. Практически все колечки сегодня у меня, вот я мерю на 18,5. Да? Других размеров только был один. 17,5. Смотрите, какая прелесть, какая красота, да, какая нежность. Вот так вот.
Дальше мы смотрим из этой модельки последний цвет родолит. И здесь прям такой, посмотрите, какая сочная такая цвет какой-то вишневого варенья, черносмородинового варенья. 19,5. Ну вот, наконец-то мы померим другую руку. Посмотрите, как он уже так томно смотрится, да? Манка. Вот такое вот слово. И есть в нем такая вот великолепная изюминка. Далее мы смотрим очень интересные серьги, тоже давно мы их не получали, специально к Новому году уже подбираем. Артикул на сайте 162, посмотрите, какая здесь богатая работа. Специально вот так вам сережечку растяну во всю длину, посмотрите, сколько руками здесь вставлено фианитов, посмотрите, все это ручная закрепка, да. Обыкновенный английский замочек, по весу сережки 18,66, то есть вес, конечно, играет здесь роль. В центре крупный фианит один стоит, и в подвеске у нас жемчуг натуральный. Вот такая вот, это прям вечерняя-вечерняя вещь. И вот, кстати, к ним может быть платье, ну, достаточно там уже и с рюшечками совсем подчеркнет только вашу женственность, ваш женский характер, женское начало. И мне кажется, конечно, они напоминают эпоху императриц. Очень богатые серьги. Далее мы смотрим комплект, который очень понравился из предыдущей поставки. Пришли новые цвета, новые гаммы. Обязательно надо их живьем посмотреть. Артикул 3093. Здесь у нас синтетические опалы. Как известно, Питер славится своими синтетическими опалами. Да, это не натуральные. Натуральные есть огромный выбор, но цены, конечно, совершенно разные. Поэтому мы можем прекрасно любоваться. И тоже, мне кажется, очень комплект жизнерадостный и тоже явно такой вечерний. За счет перелива опалов, за счет перелива цветных фианитов, он, конечно, говорит о торжестве. Да? Это все-таки не рабочая обстановка, поэтому я думаю, что имеет смысл приглядеться к нему именно к торжеству. И еще такие комплекты у нас с вами есть. Посмотрите, идеально белоснежный, насколько он нежно смотрится. Да? Опять же, на фоне какого-нибудь сочного, например, такого густо-зеленого платья. Представляете, как эффектно будет смотреться? 18,5 размер. Ура! Меряем на 17,5. Здесь лучше брать прям размер в размер. Четко совершенно комплекты садятся. Опаньки, плакатик наш подвинули. Вега всегда по размерам достаточно четко сажает кольца, да? Посмотрите, какое эффектное. И такой же в цвете светло-светло-голубого неба комплект есть. Сейчас мы с вами поближе его посмотрим. 18 размер. Мне кажется, прям нежно-нежно такой голубизной отливает. Я специально сейчас возьму второе колечко, которое мы белое смотрели, чтобы вы почувствовали разницу. Видите? Прям легкая-легкая голубизна. И мне кажется, прям вот этот цвет стремится к цвету натуральных опалов, больше всего похож. Ну, если вы заметили, мы с вами уже 10 лет, у нас юбилейный год, поэтому будем радовать новыми изделиями, новыми украшениями. Заходите к нам на сайт, и мы всегда вам очень рады. До свидания.